Ну и кто теперь тут темная лошадка? Помню, моя агент говорила, в конце они все друг друга поубивают. Денег на этом фильме не заработаешь, да и вообще никто ничего не знает об этом Квентине. 8 фильмов, и все они имели оглушительный успех. Его фильмы встряхивают зрителя. Это было наше авторское инди-кино 90-х, аналог французской новой волны. Актеры выстраиваются в очередь, чтобы сняться у Тарантино, и неважно, насколько они известны. Когда мы встретились, он выглядел абсолютно безумным гиком, но знаете что? Его энтузиазм подкреплен талантом. Величайшая сцена драки двух героинь в истории кино, абсолютно без потерь по части женственности. Он не хотел танцевать в этой сцене. Он написал роль, которую в фильме сыграл Джон Траволта для Майкла. Майкл отказался. То были блестящие сценарии. Представьте, что вам приходится просто продавать их за деньги, чтобы было чем платить за квартиру. Вот так он видит мир. Он приходит и говорит: «Я не очень доверяю Кристофу убить тебя, поэтому сделаю это сам». А я такая: «Что ж, если уж умирать, то по крайней мере от руки Квентина Тарантино». Он не переписал историю, он просто занимается тем, в чем и состоит искусство рассказывания историй. А что было бы, если? В том, что он пишет, как его персонажи говорят и что чувствуют, нет ни капли лжи. Джанго, ты самый настоящий сукин! Чем Квентин отличается от других режиссеров, с ним никогда не страшно, что кто-то придет и поломает весь кайф. Это было весело! Сняв 10 фильмов, он переключится на что-то другое, он не перестанет творить. Но не знаю, мне кажется, ему нужно будет прожить до 150 лет, чтобы сделать все, что он хочет сделать.